Можно, можно? Здравствуйте, Пол Келдыш. Как у вас дела? Как вам в России? Хорошо, очень хорошо. Я много раз, много друзей, хорошие люди. Как вас встретила РСО Алания? Алания очень приятна. У меня много друзей в Алании. Приезжали в горы? Я был уже шестой раз. Шестой раз вы уже в России, именно в Владикавказе? Да. Только в Алании. Я был за Союз, за первый раз. Как Сасу Ананьев жил. Была встреча с Союз США. Я был у него дома первый раз. Какую национальную кухню уже здесь попробовали? О, всю кухню. Все. Сегодня, вчера, ну, в другой раз. Мы живем у Кадарцева. Он хороший, мои друзья. Диана Дбаева, американец. Тоже шефова Дбаева. Хорошее место для тренерки. Какие впечатления у вас сложились по международном турнире? Очень люди проживают борьбу. Это у вас народная пассия. Я хотел бы, чтобы у нас тоже так было. У нас есть, но школьная борьба. У нас на два дня 68 тысяч человек. На школьную борьбу. Другое правило. У нас много борцев, так и у вас. Но одна ружница. У вас это работа, у нас хобби. Какие эмоции получили? Что? Какие эмоции получили от турнира? О, организационно что-нибудь. Надо дистанцию тримать от людей и от VIP. Потому что все на ковер ходят. Вы хотите на ковер? Что? Вы хотите на ковер? Да. Я боролся тоже. Впереди олимпийский сезон. Как и для России, так и для вашей страны. Какие планы, какие цели, какие задачи? В мире есть много стран, и все думают, чтобы выиграть. Я думаю, что каждая страна в борьбе, ты не знаешь, что сегодня будет. И я думаю, что как вы и мы будем держаться разом, борьба будет на Олимпиаде. А так, то другие страны ничего не мог вложить. Какие схватки вам больше всего запомнились на нашем турнире? Джеймс Грин, Шнайдер. Спасибо. Чем они уникальны? Расскажите нам. Давайте, дорогие друзья, пожелаем. У нас контенция, у вас техника. Они показали хорошую борьбу. Это борцовская. Что вам дают такие международные турниры именно в России? Разузнание. Как у вас техника? Что нового? Какие новые ребята? Так само вам дает знать. Спасибо вам большое за интервью. Всего доброго вам. Рад вас видеть. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure talking to you.